Здравствуйте! Мы приветствуем вас на центральной площади города Ясиноватая. Донецкая Народная Республика проходит эстафета городов. Социально-культурная акция «Республиканский хоровод». Мы призываем вас объединить наши помыслы и сердца, поддержать идею единства народов Донбасса и создать единый большой хоровод на сегодняшнем празднике. Поет призер многих областных и республиканских конкурсов Карина Газарян. Валенки носить, да ни в чем к милому ходить. Валенки, валенки, ух, да не подшиты стареньки. Валенки, валенки, да не подшиты стареньки. Вас приветствует глава администрации города Ясиноватая Юрий Витальевич Яненко. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие ясиноватцы. Сегодня у нас проходит такое хорошее мероприятие, как хоровод. Здесь собрались все участники, жители города, чтобы принести эстафету этого замечательного праздника наш город. Хоровод, вы знаете, это праздник славян, то есть танец славян. Я считаю, что это праздник нас сплотит, сплотит всю республику нашу, покажет всем, что Донецкая республика, она есть, существует и будет существовать. Так что спасибо огромное, кто присутствует, и будем смотреть хоровод наш. Спасибо. Для вас поет вокальная группа народного коллектива народной песни «Горлица». Ни за что не променяем казачью моду, ни за что не променяем казачью моду. Я неплохая, люда слова казака. Ой, я неплохая, люда слова казака. Люда слова казака. Ниточка дружбы пролегла между крупными железнодорожными станциями Донбасса, городами Ясиноватой и Еловайском. В рамках эстафеты городов в прошлый выходной зрители Ясиноватый радовал своим творчеством Народный театр имени Николая Островского Еловайского дома науки и техники. А сейчас я готова включить громкоговорящую связь с городом Еловайском. Вас приветствует секретарь общественной приемной Донецкая Республика Надежда Анатольевна Шевченко. Ясиноватской школы искусств, а ныне студентка Донецкого музыкального училища София Куркина. В роще пел «Соловушка». Знакомая, и мотив простой. Ой-ой, как ты мне нравишься. Ой-ой-ой-ой. Песенка знакомая, и мотив простой. Нашему хороводу присоединяется хореографический коллектив Дома детского юношеского творчества «Шоу-дэнс». Крепко взявшись за руки, образуем круг. Хоровод, кружись, кружись, подари мечту, радость, приключения, сказок, красоту. Давай,
давайте все дружно передаем эстафету Макеевке. Все будем кричать: Макеевка, принимай эстафету, приготовились. Раз, два, три. Макеевка!